И вот обед стартовал. Давайте сразу скажем, настраиваться Валентин сегодня мешает на высокий результат. Мы специально взяли даже не тройку, а десятку высокий результат в Европе. И посмотрите, как провели, как провели первый человек, за чем затянуть. Итак, нету стулья, здесь парень, столовратный, 3,48 на 2. Симон Делизель, француз, 3,41,27, и Карл Бадендорф, 3,43,19. Это топ-3, топ-3 европейского континента. И посмотрите, как сейчас работают, 300 метров позади, 42,5, 300 метров. Вот это начало, и плохо для всех. Сырок держится сейчас в пелотоне, 2 спортсмена далеко впереди. Пробегают 400-метровый отрезок. Очень неплохой темп, пока не опережают график Кесуса Гомеса. И бегут дальше по графику Юмис Матей Лепши из Эфиопии, который в Бостоне 3:36.47 побежал. 500 метров, можно 11, вот так вот, а на 1,82 дают. Продолжается это соревнование. Быстрый пока нет, но публика должна включиться. Наверное, сейчас спектр высоты будет тоже с интересом наблюдать за бегунами, потому что может быть реально высокий результат, если они удержат этот темп. Они могут это сделать, вы посмотрите! Это Константин Плохотников! И за ним сейчас такая погоня! Валентин Смирнов отрабатывает по полной, но опытнейший бегун, он прекрасно знает, как надо бежать. 800 на 56, да? Это может быть, а давайте смотреть. Остается совсем немножко, потерпеть нам. Смирнов преследование, в роли преследователя носившего на себя как рыба в воде, но нелегко это состояние. И остается два круга. 2:40, 2:42. Пошел Смирнов по атаку. Это забег, это забег, друзья мои. Мы давно такого не видели. Дмитрий Смирнов, придут Смирнов, Смирнов, у нас в погоне. Приближается, но недостаточно. Дотерпится Константин. Валентин преследует. Дамы и господа, я еще раз повторю цифры.